свадебное шоу для будущих молодоженов. Ресторан «Классик» открыл второй свадебный сезон 2013. Организаторы свадебных историй устраивают для будущих молодоженов целую программу для того, чтобы повысить уровень свадебной культуры и познакомить будущих молодоженов со свадебным рынком. Главное – помочь женихам и невестам найти свой стиль и организовать свадьбу своей мечты. В этом году организатором свадебного сезона выступил Уфимский клуб визажистов. Это мероприятие нельзя было пропустить. На встрече себя представили популярные ведущие, музыканты и артисты, устроители свадебных шоу, визажисты, флористы и хореографы. Свою презентацию представил эксперт свадебных фильмов Денис Клементьев. Секретами свадебной фотографии поделилась Оксана Абалихина, и также она продемонстрировала варианты постановочного фото для подружек невесты. Бутик свадебного платья представил дефиле своих последних коллекций, участие в которых приняли сами гости проекта. А среди участников мероприятия были разыграны 3 сертификата со скидками на покупку свадебного платья. Создание образа невесты представили в увлекательном батле визажистов, где демонстрировались навыки и умения лучших мейкаперов Уфы. А стилисты по прическам рассказали, что будет самым актуальным в этом году. Флорист Алена Рейбрук рассказала о новых тенденциях во флористике и поделилась интересными идеями. Мастерская задорных праздников сумела удивить оформлением зала и советами по устроению выездной регистрации. А уникальное творение представила мастер-дизайнер Гульнас Якина, которая удивила всех букетами из брошек и камней. Также обсуждались такие вопросы, как выбор ведущего, поездка в свадебное путешествие и даже организация первой брачной ночи. Гости весь вечер наслаждались живой музыкой от группы Dreammakers и от саксофониста Марселя Бадаева. Ну а кульминацией вечера стало шоу иллюзиониста Ознера, который смог удивить даже заядлых скептиков. Всем гостям был предложен фуршет, а в конце вечера все смогли попробовать настоящий свадебный торт, который для проекта «Свадебные истории» уже второй год делает кулинар-кондитер Дарья Ивушкина.